Что это за спорт и с чем и как можно там победить? В первом российском турнире по лейзер-ранун профессиональные спортсмены против спецназа. Как думаете, кто кого? Ну, правильно, отряд специального назначения впереди. Вообще, это спорт утвердили как самостоятельный только в прошлом году. Лейзер-ран – это объединение двух последних этапов пятиборья – бег и стрельба. Но стреляют здесь не пулями, а лазером. Это обычная пневматика, которая переделана под лазерную стрельбу, так скажем. Здесь вместо ствола боевого вставлена насадка лазерная, так называемая. Отсюда вылетает лазерный луч, и мишень, черный круг мишени фиксирует выстрел. Если попадаешь в черный круг, загорается зеленая лампочка.